Пробивку проспекта Абая до административного центра Наурызбайского района полностью завершат до конца следующего года. Об этом заявил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов. В целом строительство поделено на три участка – от улицы Мамышоле до центра Наурызбайского района. Уже завершены работы на отрезке более 1,5 километра. Вторая часть, около 2 километров, обойдется 8 миллиардов тенге. Завершающий отрезок составляет свыше километра и требует вложений не менее 2,5 миллиардов тенге. Кроме того, в этом году планируют закончить пробивку проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова. В 2016 году начали пробивку улицы Фурманова, сейчас уже называется проспект Назарбаева. Активную фазу строительства мы в прошлом году ее прошли, в этом году заканчиваем. Мы прогнозируем, что где-то к сентябрю месяце мы уже проезд откроем на проспекте Назарбаева.